Всем привет, ребята! Сегодня у нас на мукбанге вот такой вот салат. Вот, с помидорового огурчика, чесночком. На вот такую вот терку потер. Перемешал, плюс оливье добавил. И, в принципе, можно кушать. Вот два хомяка у нас тут. Один, походу, они спят. Один у нас заховался в углу. Второй, походу, в домику. Здесь картошка. Такая вот молодая вкуснота. Такой вот у нас скромный ужин. Так, что у нас сегодня по погоде? Сколько градусов? О, 20, сколько? 4 градуса. Это у нас сейчас 18:00, ребята. 24 градуса на такое время. В принципе, посуда перемыта. Можно приступать ужинать. Всем добрый вечер, ребята. Вы на канале Mukbang and Life. Короче, у нас сегодня на ужин вот такая вот молодая картошка, салатик. И также здесь такой гарнир картошки. Окроп перемеленный с этим чесночком и оливье. Кстати, классная штучка. Можно добавлять картошки к чему угодно. Я могу даже и на хлеб намазать. В принципе, очень вкусно. Вот. И сегодня такая вот новость, будем так сказать. Приятно для меня. Почему и какая это новость? Вот. Скажу немного позже. Кстати, ребята, у нас сегодня 18:00. Уже температура хоть немного спала. Около 24 градусов тепла. Это при том, что недавно дождь прошел. Дождь был, правда, недолго. Кстати, ребята, сейчас лето, да? Какое из блюд вы самое чаще кушаете? Возможно, какие-то салаты. Вот, например, такие салаты, как оливье, ну, не знаю, кому, мне больше хочется там зима, осень, ну, вот так вот. Летом сейчас как-то такой потребности организме нету. Вот помидоры, огурчики в самый раз. Как говорится, и картошка не надоедает. Одна из приятных новостей для меня то, что я почти за 2 месяца похудал на 9 килограмм. На 9 килограмм. Кстати, тот, кто давно на меня подписан и смотрит постоянно мукбанги, напишите, кстати, как на данный момент, заметно по мне или нет. Если сравнивать те видео, которые я снимал, ну, зимой, там, январь, февраль, март, вот так вот. Март, это уже весна. Хотя весной, ну, вес был 103 килограмма.
Сейчас я в день выпиваю не меньше 2 литров воды. За целый день. Кстати, у нас сейчас 18:30 на часах. Я ужинаю. Надеюсь, что на сегодня это мой последний ужин. Кстати, ребята, как вы считаете, как правильно, когда последний раз можно кушать вечером и что для того, чтобы не поправиться? Напишите свое мнение внизу под видео. Возможно, среди нас есть тот, кто какой-то курс прошел диеты, да? Или уже на себе испытывал. Правда, перед этим я съел бисквит, тортик. С малиной, да? На этом канале, под этим видео, которое в данный момент снимается, будет закреплено видео с рецептом на бисквит с малиной. Поэтому переходите, посмотрите. Очень классная штука и очень вкусно. Это, ребята, новое видео, которое с рецептом бисквита с малиной. Оно только сегодня было загружено на канал. И ждет от вас лайки и подписку. Не хотел, но надо. Думал без хлеба, но здесь не обойтись без него. Ребята, всем приятного аппетита, хорошего вечера, заходите на канал «Хочешь жить, умей вертеться», ссылка на этот канал будет тоже закреплена под этим видео. Канал по кулинарии, много интересного на том канале. Всем позитива и добра.